Судебные процессы по делу о хищениях с ArcelorMittal Темиртау в городском суде вели на протяжении нескольких месяцев. В краже обвинялись 11 человек, двое из которых находились под арестом, остальные под подпиской о невыезде. Сегодня судья Наталья Щеглетова огласила решение по этому громкому делу. Все обвиняемые были признаны виновными. Самое серьезное наказание получили двое бывших сотрудников ArcelorMittal Темиртау, которые ранее находились под арестом. Суд приговорил их условно с испытательным сроком на 3 года и освободил их из-под стражи. Остальных обвиняемых по делу суд также признал виновными и назначил им наказание в виде 2 лет условного срока. Договор может обжаловать протестовать. Каргамийский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения через Темиртауский городской суд.